столице Чувашии активно готовится к предстоящему командному чемпионату Европы по легкой атлетике. Специальная комиссия проверила объекты, задействованные в проведении спортивного мероприятия. Здание гостиницы в сгорании. Просим покинуть помещение, сохраняя спокойствие. Dear guests, fire in the hotel. We ask you to leave the building. Be calm. Система внутреннего оповещения появилась в гостинице «Спорт» совсем недавно. Она позволяет моментально сообщать о любых происшествиях всем постояльцам. Эта гостиница – основное место проживания команд-участниц чемпионата. Обеспечивать безопасность будут сотрудники ЧОП, а волонтеры – оказывать информационное сопровождение. От строгого взгляда комиссии не ускользнула ни одна деталь. Датчики возгорания, камеры видеонаблюдения, наличие эвакуационных выходов – все в соответствии с принятыми нормами. Пожалуйста, нельзя смеяться. То есть датчики, да, вот. Вот это два сигнализационных датчика, да? Да. Окно. Окно. Без решетки. Стать свидетелем спортивных достижений и побед можно будет на стадионе «Олимпийский». Он станет основным местом проведения командного чемпионата. И на нем примут все меры обеспечения безопасности. На арене появятся пропускные рамки, видеокамеры, кнопки экстренного вызова. На самом стадионе будут работать сотрудники органов правопорядка. Такие меры примут на всех объектах предстоящих соревнований. Во всех объектах согласованы и утверждены паспорта безопасности. Объекты с местами пребывания людей прошли категорирование. Комиссия проделала большую работу. Все объекты готовы к приему участников и гостей командного чемпионата Европы. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика.